Всем привет, с вами Диман Джексон, и сегодня мы продолжаем проходить Watch Dogs 2. Вот, так что наша задача получить доступ к квартире Коула Лэнга. Вот, ну, это очень просто, как было с предыдущим человеком, я уже забыл. Какой-то Педро Ленгин. Так, выбрать, показать на карте. Я не... Ого. Ого. Вы шутите. Ничего так. Ой, тихо, тихо. Блин, надо музыку отключить. Все отключили. Ну ладно, начнем тогда с того места, как я доеду. Так, и вот мы практически уже подъезжаем к этой точке уже. Попробуем его взломать, так сказать. Ой. Ладно. Так. Где он сейчас? Не-не-не, не надо. Все нормально, все. Все отлично. Так, что же у нас там? Все. Да, да, притормози, я просматриваю свою коллекцию. Дамы и господа, Педро Лэнг. Извращенец. Сломаем ему жизнь. Купание. У меня тут бесконечный запас. Ладно, когда встретимся. Мне бы что-нибудь новое на выходные. На цены растут, Грис. А у меня эксклюзивный материал. Один малыш в руке. Ну, не знаю, блин. Что это? В городе есть еще дилеры, если что. Это супер. Так, постой, Грис. Так, то, что тебе явно понравится. Но мне нужно две штуки. Две штуки? Совсем? Ай, ты что творишь, Грис? Я ничего не делал. Так, ты слышишь меня? Да, так. Это что-то у тебя, чувак. Наверное, со связью проблемы. Ладно, а о чем это я? О том, чтобы развести меня. Да, 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 да. Две штуки или нахер? Ты где? Тут я. Нет, не ты, Крис. Так у тебя странно, что-то у него там происходит. Да, не ссы, все хорошо. Да, я тут подумал, есть кое-что получше. Чё-то я в смысле сбился. Ты говорил о том, чтобы меня разорить. Сука! Моя запись! В смысле, моя? Стёрла? Нет, Крис, все в норме. Я тебя наберу позже. Что мне эта херня? Тысяча баксов? Коту под хвост. Волшебные снежинки, мальчики, девочки. Кто это делает? Купание. У меня там все. Что за извращенец за мной следит? Снежинки, нахер из моего дома! Я тебя найду! Я иду! Уже иду! Все, повеселились, все. Вот все весели. Ты получила? Да. Боже мой. Вот бы задушить его прямо через камеру. Не беспокойся. Запись уже в эфире. Скоро общество его растерзает.